Ежегодно 20 ноября по всей стране проводится Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню ребенка. Поскольку в 2021 году дата совпала с субботним днем, основные мероприятия по правовому просвещению детей и подростков, их родителей и опекунов проведут в муниципалитетах 19 ноября. Это будут консультации, игры, круглые столы, беседы и многое другое.